Кинолог Анна Синицына на тренировочной площадке теперь проводит особенно много времени. Перед офицером важная задача – натаскать на службу щенков немецкой овчарки, которые меньше чем через год должны заступить на работу в следственный изолятор города. Ампер еще совсем малыш, команд пока не знает и слушается с трудом. Но он, по мнению кинолога, сможет показать большие результаты. Характер подходящий. Ампер сангвиник по темпераменту, любит играть и отлично запоминает. А это хороший знак. У них будет разыскной и патрульно-разыскной профиль, то есть они будут научены на отыскание следов побега и поимку бандитов. Собака у нас живет дома, соответственно, видим мы ее 24 часа в сутки и занимаемся с ней 24 часа в сутки. Элементарно похвалить собаку, дав ей какой-то вкусный кусочек. Собака должна что-то сделать, то, что в состоянии сделать маленький щенок. Потом это просто развивается, укрепляется и усложняется. Ампер и его сестра Айра сменят на посту ветерана, овчарку по кличке Магнат. Ее списали на пенсию по старости. Магнат служил почти 10 лет, искал наркотики, обыскивал посылки, которые передают спецконтингенту, вместе с Анной патрулировал территорию. Магнат – гордость системы УФСИН, на его счету десятки результативных находок. Воспитать такого же ищейку – задача кинолога. Пока малышня растет, в зоне работает годовалый мордок. Пес, который уже зарекомендовал себя положительно. За последний квартал нашел закладку из 280 граммов кокаина и еще героина почти на килограмм. Объем был целый частный дом, плюс, что немаловажно для собаки, большое количество народу. То есть это отвлекающие факторы кошки, собаки, ну, всякая прочая живность. Да. То есть отвлекающих факторов было очень много, и надо учесть то, что это был первый выезд такой его серьезный. Обнаружим мы ее в диване. То есть и для меня неудобство в первую очередь составило то, что когда он почуял запах, он просто прошелся по всей этой кровати. Что, в принципе, для меня было недопустимо, но, оказывается, надо собаке это позволять и к этому привыкать. Собака в зоне выполняет важные задачи. Она и разыскник, и оперативник, и защитник. Лучше всего для такой роли подходят зонарные немецкие овчарки. Они и большие, и послушные, и неприхотливые. И, конечно, невероятно умные. Должен быть характер, стержень и, наверное, темперамент, и самое главное – желание кинолога. Без этого никак и никуда. Можно испортить любую замечательную собаку, если с ней не заниматься, если не развивать ее. Собаки на службе жалования не получают, пенсия тоже не оплачивается, а вот корм за счет государства. По закону списанных собак должны утилизировать, но, как правило, кинологи забирают хвостатых напарников домой. Так случилось и с Магнатом. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ, Иваново.